В этих письмах самые трогательные и сокровенные желания. Юные химчане отправляют письма Деду Морозу. Почтовый ящик в этом году установили во Дворце культуры Родина. Я помню, что у меня было много пятерок. Я всегда была красивой, добрая, счастливой. Я пожелала, чтобы мне по лыжам и физкультуре пятерки ставили, а то все время четверки ставят. Как думаешь, Дедушке Морозу будет просто выполнить твои желания? Ну, я думаю, он волшебник. Я пожелала, чтобы я умела хорошо рисовать пейзажи и чтобы Дед Мороз ко мне пришел в гости. В преддверии праздников администрация Химок традиционно устраивает новогоднюю почту. Ну, приближаются замечательные праздники, самый, наверное, добрый, самый светлый, самый праздник, которого все ждут. Это Новый год. И, конечно же, мы, администрация городского округа Химки, спланировали много-много различных мероприятий. Ну, и в том числе решили вот обратиться к детям, к нашим школьникам, чтобы они написали Деду Морозу. Но написали Деду Морозу не просто письмо сочинение, а написали о своей заветной, самой сокровенной мечте. Авторов 20 самых лучших сочинений пригласят на специальную церемонию награждения, где им вручат приятные подарки. Что же загадали дети, взрослые узнают на следующей неделе. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.